Всем привет, дорогие наши друзья! Очень рада вас видеть у нас на канале, в наших гостях. Как обычно, сегодня у нас будет очень интересное видео. Анонс я вам уже делала. Поедем с вами в магазин «Лента» закупаться. Потому что скоро праздники, и обычно столько дел скапливается, в магазинах полно народа. Хотим сейчас съездить, купить заранее подарочки какие-то и заодно какие-нибудь продукты на новогодний стол. Так что поедем сейчас закупимся и вас с собой возьмем. Почти целый месяц без взрослых. Делай, что хочешь. Вот оно счастье. 60 дней всего за 1 рубль. Промокод в описании. Муж пошел с лопатой. Купила вчера ему лопату, а то нас завалило. Он, видите, откопался. Откопал все машины вокруг. Они с детьми еще вчера площадку детскую почистили. Так что теперь будет ездить с лопатой. Увидите мужчину на дороге с лопатой в багажнике? Это мой муж. Ну а мы, друзья, уже приехали с вами в Ленту. Посмотрите, какая здесь красота. Просто невозможно. Посмотрите. Я раньше воспринимала Ленту чисто как продуктовый магазин. Вот. Ну а на самом деле здесь столько всего. Сейчас пойдем с вами смотреть. Сейчас в Ленте продаются вот такие товары замечательные с муми-троллями. Я, кстати, их очень люблю. И любит у меня их еще Полинка. Здесь есть и пижамки, и ночнушки, и вот такие вот худи, кофточки, да, мужские, женские. Также есть носочки вот такие вот. И еще, смотрите, есть также детские идеи для подарков, я бы сказала, потому что есть очень классные игрушечки, милейшие такие. Не знаю почему, но муми-тролли, они такие сладенькие, такие хорошенькие. Кстати, в Ленте сейчас за покупки выдают классные открытки с муми-троллями и разными подарками в виде скидок или товаров за 1 рубль. А еще за применение от 3 таких скидок можно участвовать в розыгрыше квартиры. Круто же! Опа! Смотри, какая красота. Круто? Нетушки тебе не подарю. Классная какая ночнушечка. Я такую, пожалуй, себе возьму. Очень красивая. Думаю, у меня Полина ее быстренько отожмет. А вот, например, и отличные идеи для подарков. Друзья, сладкие подарки всегда актуальны, правда ведь? Я, например, вот выбрала, для себя приметила вот такой вот. Положила себе уже в корзину, очень интересный. Здесь какао, маршмеллоу и кружечка с крышкой. Мне кажется, очень будет даже симпатично смотреться в качестве подарка, да? Еще вот такой тоже с какао, с маршмеллоу и с кружкой. Посмотрите, какой автовоз замечательный. С 6 машинками возьму своих мальчишек порадовать. А также, смотрите, увидела куколок еще. Хотела взять на подарки. У меня есть семьи, у которых маленькие девочки. Мне кажется, это будет очень здорово. Сейчас возьму каких-нибудь пупсиков. Или даже вот такой наборчик можно взять. Кстати, стоит он недорого. Вот еле сдерживаюсь, понимаете, руки-то тянутся, хочется взять побольше. Но возьму пару шоколадок больших, у меня дети их любят, правда, нам нужно без ореха. Вот, они такие тяжеленькие, знаете, обычно хватает надолго. Но если дети их раньше времени увидят, ух ты, новая появилась с клубникой. Возьму с клубникой, точно. А это с чем? Это с орехом, это с печенькой. С клубникой надо 2 взять. Точно, вот так вот сделаю. С печеньем не буду брать тогда. Вот, отлично. Ты одобряешь, муж? Или нет? Ты меня за это не перестанешь любить? Взять помыться? А вдруг ей кто-то мылся уже? Прям тут, в магазине. Так, я хотела еще взять детям зубные щетки. Да, Алеша меня сегодня просил, это я точно помню. И вот, может быть, я Нюрочки возьму. А Алешке вот такую. На самом деле очень мало выбора детских щеток.
Вот это 5 плюс как раз Алёша. А Нюрке тогда надо побольше. Какой-нибудь. А, может, он ту желтенькую. Вот такую можешь взять. Так взять им? Да? Вот отлично. Тогда вот так возьму. Красивая. Троица такая будет у меня. Так, потом мне нужны еще были расчески. Большую такую надо взять. Это не больная будет. Можно пробовать причесываться? Хочу какую-нибудь особенную расческу. О, можешь такую взять? А, вот такую возьму. Вот такую возьму. Так, поехали дальше. Вот, кстати, смотрите, зубные щетки хорошие. Ну, тоже 4 плюс. Ну, почему 4 плюс? Я бы такую Нюрочке взяла. Раз единорожкой надо Нюре, да? Они почему-то 4 плюс идут. Но я все равно возьму. А эту тогда не буду брать. А паста у нас, кстати, есть. Так, дальше что? Поехали брать. Шампуни у нас есть. Вот еще какие-то щетки есть. Черт, стакан. Ты кофе пил? Как не стыдно? Ну ты что вот, а? А, ты только с особенных, да, пьешь? Так, ну чего, влажные салфетки можешь взять? Как думаешь, надо нам? А, да, кстати, нам машину надо. Нам нужны носовые платки детям. То засопливили все. Так, салфеточки влажные сейчас выберем. Такие хорошие. Салфетки для машины берем. А то она у нас тоже часто пользуется ими. Нам надо Маше памперсы купить еще. Ты помнишь, да, про это? А как женщина выбирает сковородку? Хотите, открою секрет? Нет, на самом деле смотрим, тяжелая она, не тяжелая. Есть ли у нее покрытие или нету. Тут все есть. Но размерчик не наш. Нам надо вот это может быть. У нас, кстати, сковородка плохая. Можешь взять сковородочку? Как думаешь? Тяжелая. Муж интересуется, тяжелая ли сковородка? Да ладно тебе, я тебе ни разу сковородку-то не давала. Вот, кстати, по фишечкам тоже можно купить. Со скидкой по фишечкам. Так, дальше пошли найти. Я нашла подарок себе. Смотри, какие конфеты. Видишь, какой набор маленький. Прям для нас, да. Слушай, можешь вот такой вот взять. Тут всякие кексики есть, эти вафельки, печеньки. Много. Смотри, дети рады будут, как, а. Можешь взять такой один хотя бы. О, тут открытый есть. Иди посмотри, что тут лежит. Иди посмотри. Да. Или закусил. Вот, смотрите, видите, там всякие конфеты, шоколадочки лежат. Такой огромный наборчик. Если позвать кого-то в гости, поставить на стол, будет вот так здорово. Нет, ничего. Кстати, классная идея для подарка. Посмотрите, как красивые полотенчики. Вот так вот упаковано, смотрите, оп, полотенце. Вот. Вот такой вот красивый, знаете, какой мимишный зайчик просто вообще. Правда красивый? И форма. Мне понравилась очень форма. Я вообще немножко помешана на формах всяких разных. Мне кажется, это прям классно очень. Мне кажется, она для нас маловато опять. Я бы взяла побольше. Ой, какое полотенце. Блин. Муж, я сейчас уйду отсюда с полотенцами. Смотрите, какие красивые полотенца, да? Ой, еще вот такое нашла, смотрите. С елочкой. С елочкой есть. Есть с веночком тоже красивое. Я возьму, пожалуй, парочку. Вот прямо на подарки, мне кажется. Вот никуда без детей не может, а? Никуда тебя не отпустить. Уже прихватил себе приемышей? Полина любит такие. Кого? Оленей? Да. Смотрите, какие милые, милаши. Это снеговички вообще-то, а не Дед Морозы. Очень симпатулечки прям.
Что, набрать хлопушек, пап? Как хлопнула, как Светка мне хлопнула. До сих пор выгребаем. Классная, кстати, тема вообще. Весело так было. Может, взять какие-нибудь маленькие такие. Раз, чик, и все. Вот так. Ух, хочешь, стрельну. Ну и что, взять какие-нибудь хлопушки, пап? Только на улице плохо. Муж пошел хлеб выбирать. Смотрите, сколько здесь много хлеба. Всегда свеженький и вкусный. Сейчас выберет самый лучший. Пока Леша говорит. Хочется, да? Много хлебов тебе взять, не знаю. Я... Много хлебов тебе хочется взять? Очень сложно найти хлеб. Вот утром хочется хлеба хорошего. Но. В магазин выходишь, хлеба нет. Понимаешь? Свою пекарню надо открывать. Да, будет какие-то булочные, вышел в 7 утра. И тебе уже все есть там, да? Бутерброды съел. Хлеб всего голова. Так, сейчас надо найти нам с тобой памперсы на нашу самую сладкую попу. О, вот они, Элечка. У нас же премиум. Йоко-сан премиум нам нужны. А что, они только трусами, что ли? Уже в трусы пора ее наряжать, что ли? Я что-то не поняла. А обычных подгузников нету, что ли? И бах. А только трусами есть, что делать-то? Брать? Будет в трусах ходить наша Маша? Будет с трусишками теперь ходить. Так я понимаю, подгузников-то нет, только эти трусы есть. С другой стороны где-то. Да нету, тут они все памперсы. Нету, нема. Берем вот эти. Маша будет счастлива. Так, пойдем продукты возьмем. И на кассу уже. Я могу тебя хлебом накормить, ты его много взял. И какао будешь с маршмеллоу? Сейчас тебе тут разведу. С хлебом, да? Набодяжу тебе сейчас. Ну что, чай пить будем с тобой? Чай какой всегда взять? Надо. Давай возьмем какой-нибудь такой вкусный-вкусный. Земляника какой-нибудь. Я сейчас как раз приболел, что-то вот не надо. Вот, давай тебя лечить земляничным чаем, да? Где он рассыпной? Идем сюда. Всякие вот здесь есть какие-то наборные. Там это, там, мне кажется, там пакетик. Ой, я возьму Эрл Грей. Эрл Грей. Я люблю Эрл Грей. Не любишь? Да? Чабрецом я люблю. Волшебные ночи, может быть, тебе взять? А? Потом вообще меня не остановишь. Смотри, волшебные ночи. Бегать всю ночь потом. Куда? Волшебные ночи. Это вот это имеется в виду. Напьешься чая. Чай напился и побежал. Что тут нет таких фруктовок? Ой-ой-ой-ой-ой. Все уронил. Сейчас весь стеллаж упадет на тебя. Не дай бог. Все, сам себе ищи свою землянику. Я бергамот себе свой нашла. Ну, чем спрашивать тогда, какой чай ты хочешь? Вот такой пойдет тебе? Вот. Сейлон. Пойдет? Пойдет. Это сразу как термос. Похож на термос. Там уже он заварен. Туда наливаешь и на год хватит. Давай я тебе вот такой подарю. Смотри. О, смотри, какие конфеты нашла. Возьму этим учителям музыкальную школу, да? Сегодня как раз у девочек концерт. О, концерт у девчонок будет, и как раз подарят. Смотри. Мои любимые мумитроли. О, еще вот такие есть. Смотри, какие милашки. Мумитрольчики, смотрите, супер. Возьму. С детками покушаем. Ой, они еще печенье стали делать. Нам все равно домой надо что-то такое.
с жасмином пойдет? Знаю, какая-то новая, так еще не видела. Плюш? Плюшевая. Deluxe Light написано. Картинка красивая, да? Надо взять побольше. У нас семья большая, каждому по пачке. Наталья вот эту. Которую? Вон ту. С самого верха тебе захотелось. Вот тебе, а вот это что тебе не годится? Это как в фильме, помнишь, это операция «Ы». Горшок он достал с самого низа там. Самого низа сейчас. Ай. Идем. Смотри, по скидке они сейчас. Нам нужна коробка с макарошками. У нас дети любят макароны, кстати, и едят их вообще с чем угодно. И с тунцом, и с сосисками, и с кепчуком, и с сахаром, и с чем только они их не едят. Просто со сметаной, да. Лука любит сахаром посыпать макароны. Очень вкусно. По скидке обычно беру вот такие макароны. Они даже дешевле получаются, чем Макфа какая-нибудь. Так, осталось нам только длинные взять спагетти. Сейчас найдем. Так, спагетти нужны. Вот специально вниз кладут самые дешевые, чтобы наклоняться было тяжело. Вот, смотрите, такие вот по скидке. Я такие не пробовала. Ну, возьму попробовать. Наверное, штучки 3. Хватит нам? Вот так. Это наша тележка? Да, это наша. Ничего себе. Что-то она уже так быстро заполнилась. Это вообще не по нашему размеру тележки. Надо им сказать, что вот хотя бы повыше была бы, было бы вот так. Так, теперь нам надо взять консервы нам надо теперь. Тунца пойдем брать. Ловить тунца пойдем. Добытчик мой полез. За звездами полез, небось. Скажи, что взял? О, звезды доставал. Мумитроли мои любимые. Видите, как за звездами слазил. А здесь, смотри, можно и поиграть даже. Найдите 7 отличий. Вообще супер. А что там еще есть? Подушечки тоже достань, а, пап? Которые? А вон, одну розовую, одну голубую. Вот, отлично. Супер. Тунца набрала. Нормально? Сейчас приеду, знаете, хочу сделать лаваш с тунцом. Очень вкусно. С укропчиком. Тетя смешная, пошла. О, пап, давай икры возьмем заморской. Так, тут у нас с вами икра заморская. Вот, из кабачков возьмем пару банок. Надо разные взять. Ой, вот такую хочу попробовать штуку. Баклажаны в аджике. А что они в аджике-то? Что они в аджике-то? Они же острые будут, да? Они все в аджике. Смотрите, у ленты есть икра из баклажанов. По скидончику сейчас. О, взяла. Сыр творожный. Пойдем возьмем сметану. И возьмем еще сосиски. Лука попросил. Пойдем. Жена-добытчица. Мясная охота. Смотрите, взяла сосиски. Лукасик очень просил. Поэтому для малышей взяли каждому малышу по пачке сосисок взяли. Вот, нормально? Сейчас сметанкой намажем. Вот так будет вкусно. Пошли за сметанкой. Очень вкусная, кстати, вот эта икра с копченым лососем. На хлеб мазать вообще вот такая тема. Две штучки тогда. Так, теперь пойдем по крабовым палочкам. Крабовые лапочки, как у меня их дети называют. Им очень нравятся они. Надо вот взять парочку тоже. Имитация крабовых палочек. На всех крабов-то не хватает. Так, друзья, ну вы спрашивали, чем у меня старшие питаются, если они не едят мясо, да, там всякие наггетсы и все такое.
Я решила попробовать с братьям всякие замороженные рыбные палочки. И вы знаете, не прогадала. Им они понравились. Вот есть, например, вот смотрите, есть вот такие вот детские, да, тресковые. Есть вот такая вот морская семейка, рыбные палочки тоже в тонировке. Короче, можно найти выход вообще из любого положения. Даже вот такие вот есть интересные штучки. Тоже очень здорово детям, мне кажется, пойдет. Рыбные котлетки называются. Сейчас пачку возьму поцелей. Вот, я сейчас разных наберу и посмотрим, что им пойдет лучше. А, рука замерзла. Ой, господи. Сейчас руки отогрею и дальше буду копаться. Так, дальше у нас идет просто рыба. Так что палочки все тут. Угу. Так, ну у нас есть вот филе хека. Тресковые треугольники. Тресковые треугольники пойдут? Ну, разных надо набрать, да? Вот таких палочек еще возьму. Вдруг я тоже захочу их съесть. Я так хочу есть. Я сейчас так хочу есть. Еще, кстати, на развес есть, но я не знаю, что это за палочки. Тележка мала нам. Просто катастрофически мала. Так, пришли с вами в сметану. Какую взять? Сметанина, сметана. О, Маруся есть. О, боже, я так люблю эту Марусю. Вот, отлично. Так, смотрим по срокам. Значит, нет, это не подойдет. Она до 28 числа. А вот это подойдет. Значит, взяли сметану. Теперь надо взять еще яйца. Яйца. О, сметанина. Берем яйца. Отличненько. Нам сегодня повезло. Сегодня все под рукой. Ну, а мы уже подобрались к кассе. Вы знаете, каждый раз, когда мы приходим вот с такой вот тележкой на кассу, встречаем такие очень любопытные взгляды, люди задают некоторые вопросы, хотя, мне кажется, сейчас, в канун Нового года, очень многие закупаются, и, в принципе, это не какая-то редкость, но все равно, наверное, видят два родителя и так много всего. Вот. Но всегда так интересно наблюдать за людьми, чего они скажут. Ну, я быстренько собираю все в пакеты. Я обычно складываю все очень, знаете, аккуратно, чтобы в машине ничего не рассыпалось, не растерялось, ручки не порвались. Пакеты, кстати, лайфхак вам. Пакеты потом я использую как мусорные мешки, потому что такие пакеты, они крепче и стоят, получается, дешевле, чем мусорные мешки. 10 штук в рулоне, там, кажется, да? Они стоят там, ну, около там 150 рублей. А здесь один пакет 6 рублей, получается 10 штук 60 рублей. Так что вам такой лайфхак. Если не знаете, куда зайти и что купить своим, то Лента за вас уже все придумала. Посмотрите каталог и найдете подарок не только для себя, но и для близких. А также в описании вас ждет купон со скидкой на новогодние товары. Ну, а мы приехали домой, я решила постелить новую скатерть, потому что это у нас уже совсем старенькая, где-то она продырявилась, да, дети ей помогли. И за счет этого, когда что-то проливают, в данный момент они пролили какао, мы убрали скатерть, которая была под клеенкой. Вот, и я решила постелить, что это знак, что надо постелить новенькое, и будет так красиво, все аккуратно, знаете, сразу будет праздничное настроение, потому что такие миленькие маленькие эти цветочки, они делают настроение и зимой, и летом, и мне кажется, что даже вот просто сядете попить чай за такой стол, и у вас сразу же уже будет приподнятое настроение. Ну, дорогие друзья, как вы уже поняли, мы приехали домой, все разгрузили с мужем. Я успела поменять катерть и клеенку. Помните, я заказывала в Ля-Редут вот эту клеенку еще раз новую, потому что наша немножко порвалась. И когда я уехала в магазин, Федя пролил какао, затопил предыдущую скатерку. И в итоге я решила сейчас постелить красивую белую. Очень она красивая, конечно. Я сейчас поближе покажу, вы прям влюбитесь в нее с первого раза, точно. В общем, давайте я вам покажу, что же мы купили. Очень много, на самом деле, всякой милоты и красоты на подарки. Конечно же, я еще буду докупать, и, конечно, нашим детям мы тоже докупим уже, я думаю, в интернет-магазине или еще где-то. Мы еще не писали письма Деду Морозу. Кстати, надо написать, либо, может быть, сегодня напишем, либо вот на днях. Обязательно вам покажу, как мы отправляем их Деду Морозу, тоже покажу. Ну, а вас я приглашаю посмотреть, что же мы купили. Так, смотрите, как это все выглядит со стороны. Я специально расставляю так, чтобы вам все было максимально видно. И
чтобы прям было интересно посмотреть. Ну вот я люблю смотреть, когда вот так все красиво стоит. Значит, у нас тут салфеточки, туалетная бумага. Ну, вы видели, мы там ее набирали. Вот этот вот автовоз, я все-таки его взяла. Также взяли для Маруси наши подгузнички. Взяла вот этот вот наборчик на подарок с кружечкой маршмеллоу и с какао. Очень красивый, мне кажется, прям будет играть даже на работе. Вот играть таким вот праздником, да. Влажные салфеточки я взяла, две пачки. Вот такие большие, огромные просто шоколадки. Я взяла, они тяжелые, прям такие, мне кажется, вкусные. Так, это те самые подушечки, которые вы видели, как мы их брали. Подушечки, звездочки и шарики. Я не брала еще из этой серии ничего, но дети у меня любят с молоком, это все уходит быстро. Также взяла вот такой еще один наборчик на подарок. У нас есть кому дарить, поэтому подарков много не бывает. Взяли мы, смотрите, зубные щетки детям, надо их менять уже. И вот взяла такую лопаточку, мне очень понравилась она, знаете, такая какая-то праздничная, что ли, чтобы готовить было не скучно. Взяла одну расческу, пока на самом деле не понимаю, какую лучше брать. Я искала, чтобы не очень колючие были вот эти вот щетинки, она прям такая очень комфортная. Дезодорантчик взяла и взяла вот такие вот, смотрите, полотенчики на подарок, 150 рублей. Размер у него 30 на 50, а вот тут написано. Вот, я взяла их три разных, мне очень понравились. А там еще были беленькие, но мне кажется, белые они марки, а вот эти прям такие праздничные, прям в рождественскую тематику. Взяла масло сливочное, оно было у нас там по скидке 299 рублей, кажется. И вот эти вот палочки, которые мы с вами выбирали для деток, я взяла. Так, дальше взяли конфетки. Это детям на концерт подарить учителям, потому что в музыкальной школе надо, конечно, подкармливать учителей. Бедные они, несчастные, выкладываются очень сильно. Взяла вот эти макароны Барилла, потому что они были по акции, но это вы тоже видели. Вермишельку вот такую одну взяла. И взяла вот такие вот спагетти. Вы знаете, эту фирму я никогда не брала. Решила вот попробовать. Обычно мы берем либо Барилла, либо Макфу. Ну вот сейчас решила эти попробовать, они были по акции. Это моя любимая Маруся, сметана. У нас есть такое молоко и творог, очень хорошее качество. Поэтому очень обрадовалась, что я их увидела, давно их не было. Взяла вот такой творожный сыр. Сейчас дети у меня хорошо кушают его с хлебом или с тостами, вообще прекрасно. Так, тут у нас крекер. Вы знаете, крекер из детства. Смотрите, у него, видите, вот такие вот фигурки разные. Мы в детстве составляли из них разных человечков. Вот увидела, тоже не удержалась, взяла. И взяла с мумитролями печенюшки и маршмеллоу. Одну пачку, кстати, уже слопали детишки. Так, сметана. Ой, сметана, господи. Сметанина, яйца у нас. Я их очень люблю. У них еще бывают большие такие наборы, но, к сожалению, не увидела. Так, это у нас с вами икра. Тоже икра разная. Тут у нас тунец. Вот такая вот милая, просто милейшая кружечка. Бесподобная, тоже на подарок. Кофе, чай, сливки. Вот это икра Санта Бремор у нас с копченым лососем. Тут у нас тоже чай. Муж просил земляник, и пришлось вот найти ему землянику. Это майонезик. И вот такая вот кофточка с мумитролем. Я думала, для Полинки подойдет. Ну, тут сосисочки, это у нас крабовые палочки и хлебушек. В принципе, обо всем вам рассказала, все вам показала. Очень удачная закупочка. Так что, друзья, давайте не откладывайте на потом и спешите покупать подарочки маленькие. В общем, пока мы с вами ходим по магазинам, думаем о Новом годе и Рождестве. Маша исполнилась 6 месяцев целых, представляете? Маш, тебе 6 месяцев исполнилось? Сладуся моя. Такая холёсенькая, посмотрите, серьезная дама. Это она с папой погуляла сейчас, пока походила, и вернулась вот такая вот. Смешная, очень смешная девочка. Маш, ты что сегодня такая серьезная-то, а? Ты чего, Маш? Там все твои. Смотри, кто это, Маш. Посмотри, Маш. Кто-то маму показывает там, да? Скажи, вашу маму, и там и тут передают. Вот. И сейчас хотела вам показать, как она у нас смешно кушает. Начали ей потихонечку давать прикорм, подкорм,
чтобы она у нас набирала форму. Вот. Так что давай, Маша, кушать будем. Будем кушать? Маша, привет, моя Халёська. Ты что, сегодня не улыбаешься, что ли? Маша. Не улыбнулась. Хоть чуть-чуть не улыбнулась, да? Ой, ты, Костя, да, скажи, где моя еда? Ищет, ищет она уже сама, глазами ищет, да? Кушать ищешь? Солнышко мамина, кушать ищешь? 6 месяцев пролетело как один день. Честно вам скажу, я это время прям, я им очень дорожу. Я каждый день наслаждаюсь Марусиным вот этим вот возрастом. Они такие малыши, такие холёсенькие, невозможные просто. И смотрите, какая она уже большая, кушает, сидит, готова сама ложкой кушать. В общем, молодец Маруся у нас. Вот, ну, а я с вами уже буду прощаться. Видео мое подошло к концу. Вот на такой вот вкусной, приятной нотке. Так что это вам тонкий намек, идите тоже перекусывать.